Всем привет, продолжаем путешествовать по миру. Сегодня хочу вам показать солдатское кладбище Второй мировой войны в Друскininkai, Литве. Это военное кладбище советских солдат, погибших во время Второй мировой войны. Расположен на юго-западном берегу озера Друсконис, Друскininkai, Литва. Кладбище включено в реестр культурных ценностей Литовской республики, охраняется государством. Недалеко от него, 50 метров к югу, находится старое городское кладбище. Вот предыстория. 14 июля 1944 года Красная армия вошла в Друскininkai. В операции принимали участие 71-й и 36-й стрелковые корпуса. Солдаты, погибшие в боях и умершие в военном госпитале, были похоронены в трех местах. Самое большое кладбище было в Пагане на улице Друскininkai 8. Другие захоронения располагались в городском парке и на площади напротив костела Девы Марии. Могилы были отмечены маленькими красными фанерными обелисками, пятиугольными звездами наверху. На церковном кладбище были похоронены советские летчики, погибшие зимой 44-45 годах возле Перчинай. Я цитирую Википедию. В 1945 году перед западным фасадом церкви были захоронены останки погибших воинов, перенесенные из городского парка с улицы Друскininkai и из отдельных временных захоронений. В январе 1962 года по инициативе председателя исполкома Друскининкайского городского совета Стасиса Янилониса останки солдат были перенесены на новое городское кладбище на берегу озера Друсконис, рядом с старым городским кладбищем. В 1992 году оно зарегистрировано в реестре культурных ценностей Литовской республики. В 1987 году установлен памятник в виде венка, автор проекта, скульптор Витаутас Мартишиус. В 2011 году Институт военного наследия опубликовал список с именами 122 идентифицированных солдат. На кладбище официально похоронено 250 солдат, 179 опознаны, 71 неизвестен. Все, всем пока, всем привет. Сегодня мы узнали, что в городе Друскininkai есть солдатское кладбище Второй мировой войны, за которым неплохо ухаживают. Все, всем пока, всем привет, до свидания.